Всем привет, давайте сразу приступим к делу. Итак, первый вопрос. Здравствуй, Фред, у меня такая проблема. Через неделю у нашей группы концерт, а наш соло-гитарист попал в больничку. В группе я веду партию треугольника и тамбурина, играем прогрессив метал. Также на протяжении 15 лет я играл на баяне. Немного умею играть на гитаре, но высекать так быстро и злобным медиатором, как ты, у меня не выходит. Получается какая-то нервная возня, и порой даже кажется, что мои козлиные вибраты из левой руки коричневым образом перетекают и в правую руку тоже. Что можешь посоветовать в таком случае? Виталий, город Озерск. Значит, смотри, Виталий, раз концерт уже через неделю, то возможно стоит отказаться от скоростной медиаторной техники в соли, потому что это будет полное дно. А раз ты столько лет играл на баяне, я могу предположить, что у тебя неплохо развита мелкая моторика правой руки, с помощью которой ты мог высекать скоростные пассажи, а левая рука зачастую выполняла лишь роль аккомпанемента. Со временем она стала уступать по скорости правой руки, но возможно она способна выполнять хотя бы короткие фразы на легато в быстром темпе, по типу форшлагов. Так вот, в эти временные промежутки между форшлагами нужно добавить правую руку. Да и вообще больше сделать акцент на легатную технику правой руки, потому что это будет напоминать тебе игру на баяне. На мой взгляд, это, конечно, все костыли, нормальный металл из этого не высечь, но в качестве лайфхака сойдет. А я напоминаю, что спонсором моего выпуска является интернет-магазин говна.нет, на котором вы сможете приобрести вот такую вот замечательную туалетную бумагу. И, возможно, она никоим образом не сможет улучшить ваш переменный штрих и атаку, но адской грязи и всевозможные дресни станет на порядок меньше. Всем удачи и пока!